Хеллоу. Тема сегодняшнего занятия – Библия деловых писем, часть 8. То есть указание транспортно-экспедиционной фирме. В этом письме компания дает указание транспортно-экспедиционной фирме забрать 20 компьютеров, которые следует отправить клиентам. Could you please pick up a consignment of 20C200 computers that makes the necessary arrangement for them to be shipped to Mr. Amter and the business machine Pity? We have our street rent in New Zealand. Would you please handle all the shipping formalities and insurance and us 7 copies of bill of lading, 5 copies of commercial invoice and insurance certificate. We advise our customers of shipping it ourselves. And would appreciate if you could treat the matter as urgent. Your charge may send in usual way, yours sincerely. То есть, не могли бы вы получить накладную на 20 компьютеров C2000 и сделать все согласования, чтобы их доставить мистеру М. Таннер and the Business Machine 100 South Street, Wellington, New Zealand. Пожалуйста, организуйте все формальности и страховки и пришлите нам 7 счетов, 5 накладных и страховочный сертификат. Мы будем рекомендовать нашим клиентам доставлять сами себе и будем очень сильно ценить, если вы оцените нашу просьбу как срочную, можете присылать ваши тарифы и чеки, как обычным способом. Искренне ваш, Энн Смит. Упаковка грузов. Важная составляющая процесса импорта рекомендаций по упаковке груза. Each piece of crockery is to be individually wrapped in thick paper, packed in straw and shipped in wooden crates marked. Numbered 1-6. The carpets should be wrapped in thick greaseproof paper, which reinforced at both ends to avoid wear by friction. The machine must be well greased with all movable parts secured before being loaded in crates, which must be marked. Каждая посуда должна быть индивидуально упакована в плотную бумагу, обложена соломой или материалом такого типа, уложена в деревянный каркас, отмечена особой маркировкой и еще указать цифры от 1 до 6. Ковры должны быть упакованы в бумагу, которая не сжимается, еще усилена по обоим концам, чтобы избежать деформации от давления и движения. Машины должны быть хорошо смазаны, все двигающие части должны быть обезопасены, то есть зафиксированы, чтобы они не двигались, уложены в коробки для транспортировки, то есть контейнеры, и все это должно быть отмаркировано. Заключительная часть заказов. Некоторые полезные выражения применяйте. We hope that this will be the first of many orders we'll be placing with you. We will submit for the orders if this one is completed to our satisfaction. If the goods sell as well as we hope, we shall send for the orders in the near future. I look forward to receiving your advice, shipping, acknowledging, confirmation. Надеемся, что это будет один из первых заказов, который мы разместим в вашей компании. Мы будем присылать дальнейшие заказы, если этот будет удовлетворен в полной мере. Если товары будут продаваться так же хорошо, как мы и надеемся, мы будем присылать дальнейшие заказы в ближайшем будущем. Буду ждать с нетерпением к вашему совету, доставке, признанию и подтверждению. Письмо на размещение заказа агентом закупки от имени. В данном письме миссис Лоу, представитель фирмы агента по закупкам, размещает заказ от имени главной компании. Обратите внимание на инструкции, которые она дает на ссылку в письме на результаты телефонных переговоров. На следующую страницу. Please find and close order R132 from our principal Mackenzie Bros. Ltd. 154L Drive, Dawson, Ontario, Canada. We have, they have asked to instruct you that 60 sets of crockery oil should be packed in 6 crates, 10 sets per crate, with each piece individually wrapped and crates marked clearly with their name and the word fragile crockery numbered 1-6.
As they have agreed to pay letter of credit, which have discussed on the phone last week, there would be line delivery before the end of this month that should be easily affected at their regular sales from Liverpool. If the colors they have chosen are not in the stock, they will accept alternative provider designed as those stipulated on the order. Please send any further correspondence relating to shipment or pen direct to Mackenzie Bros and let us have a copy of commercial invoice that it's made up. Yours sincerely, Alof Miss. Асіс, пожалуйста, найдите приложение письмо от нашего принципала Маккензи ЛТД, One Fail Dawson, Ontario, Канада. Они попросили нас проинструктировать вас, что 60 комплектов посуды, которые они заказали, должны быть упакованы в 6 контейнеров, по 10 штучек в один контейнер. Каждый индивидуально упакован, еще эти контейнеры надо упаковать, что они хрупкие, это фрэджил, и крокери посуда, и маркировка 1-6. Они согласовали заплатить letter of credit, ну, письмо кредита, которое мы обсуждали на прошлой неделе, и они хотели бы доставку до конца этого месяца. Так, это может быть легко осуществимо, так как есть регулярное сообщение с Ливерпуля, в смысле морское. Если не будет этих цветов, что они заказали в заказе, то они примут альтернативный цвет и дизайн, тот, который уже был согласован и обусловлен в договоре заранее. Пожалуйста, присылайте последующую корреспонденцию, деловые письма, относящиеся к доставке и методу оплаты к Mackenzie Bros. И, пожалуйста, предоставьте нам копию коммерческого заказа, когда оно будет сделано. Подтверждение заказа поставщикам. Благодарность за заказ. Thank you for your order SB802 for three general purpose lightweight hand trucks. We are currently processing the order, which we expect to have ready for shipment Emergency Express Service 2 weeks. Our shipment department will notify you in advance. Thank you for doing business with us. Спасибо за вашу за ваш заказ на три общего пользования легковесных ручных грузовиков. Мы теперь обрабатываем ваш заказ, который мы рассчитываем будет готовым к доставке через AmeriExpress Service в течение 2 недель. Наш отдел доставки сообщит вам заранее. Спасибо за то, что делаете с нами, sincerely, в смысле искренне. Подтверждение получения заказа. We acknowledge receipt of trial order number MVZ903 for 275 watches model X92, which I received today. Your order is now being processed for immediate dispatch and will be ready for air freight shipment for delivery to Heathrow Airport London early next week. As requested, we will enclose the packing note with the goods. We are sure that you will be pleased with the new line of wristwatches and look forward to working with your company again soon. Sincerely. Мы признаем получение вашего пробного заказа номер NMVZ903 на 275 наручных часов модели X92, которые мы получили сегодня. Ваш заказ сейчас обрабатывается и будет готов для перевозки по воздуху к Heathrow Airport в начале следующей недели. Как я указывала, мы предлагаем записку об упаковке, она будет вместе с товарами. Мы заверяем, что вы будете довольны с новой серией наручных часов и ждем с нетерпением, когда вы будете работать с нашей компанией заново. Благодарность за первый заказ. Dear name, you're welcome as a new customer and appreciate very much you of my six, which will be shipped 24th by Express as agreed upon. This order as well as your shorts will be shipped to you on our most favorable credit terms. We are packing our latest window display cards with this order within the next few days. You will hear from our sales promotion department assess that is conducted exclusively for our customer. Please feel free to make use of service anytime without any obligation or charge.
We are looking forward to pleasant business relations with your company. Мы поздравляем вас как нового клиента и очень ценим ваш заказ от 6 мая, который будет доставлен 24 мая по воздушной экспресс-почте, как уже согласовано. Этот заказ и так же самое, как и последующие, будут доставлены на лучших условиях кредитных оплаты. Мы упаковываем лучшие дисплей для окна в течение нескольких дней. Вы услышите от нашего отдела продвижения продаж, что эта услуга предоставляется только для наших клиентов. Пожалуйста, пользуйтесь этой услугой в любое время, без каких-либо последующих обязательств или дополнительной оплаты. Мы ждем с нетерпением, чтобы вести с вами хорошие бизнес-отношения и для вашей компании, искренне ваша. Я репетитор по Skype Smart Teacher 197, и я знаю, что нужен моим клиентам. Бизнес английский, и я смогу предоставить услуги в этом направлении. То есть добавьтесь в Skype Smart Teacher 197, цена занятий 300 рублей. Это выгодно, плюс вы платите после урока, и чтобы было лучше, первый урок вообще бесплатно. Всего наилучшего.